Мы не думали, что финал будет такой, настолько красивый, в таком красивом месте, как Киев, как в городе Киев. Мы даже больше ничего не ждали, это мы выложились на полную, насколько могли. И у нас мы вытащили первое место. Мне, в общем, понравилась команда «Ровно». Они и хорошая команда, и сильные соперники. В полуфинале у них всего лишь на одно очко выиграли. Летом тренируем постоянно, хожу на площадку, и там мы играем 3 на 3. В ДЮСШ, в спортивной школе, тоже тренируем, специально к этому турниру подготавливались, играли 3 на 3 на тренировках. Хороший турнир, игры тоже хорошие, со всех городов приезжали. Очень хорошо получился, особенно финал, очень было тяжело. Ну, тренер нам давал комбинации, конечно, иногда не получалось, но мы все-таки сделали то, что хотели, выиграть этот турнир и занять первое место. Самое сложное, ну, я думаю, это финал Черкассы. Финальная игра всегда самая сложная, потому что обе команды очень сильные, прошли через много команд до финала. Полуфинал с Днепром, ну, у нас, мы думали, как-то будет тяжелее, но получилось все-таки легко. Да, я верил, я тренировался, я шел к этому, ну, и как бы труд показал мне, что я MVP.